Привет, друзья. Две вещи хочу сказать важные. Некоторые люди ко мне обращаются и говорят, что у них тот прием не получается или другой прием не получается. Я его спрашиваю, а зачем? Он говорит, ну, потому что мне же интересно, я его делаю, делаю, хочу на ноль выйти. Вот у него получается, а у меня не получается. Слушайте, я говорю, метод нужен вам не сам по себе. Это инструменты для решения ваших жизненно важных задач, которые вас на самом деле волнуют. А вы не связываете одно с другим. Поэтому так получается. Ботинки, например, нужны же не сами по себе, а для того, чтобы вы могли не порезаться, когда ходите там по стеклам, по гальке, там, по каким-то туземным тропинкам. Ботинки-то нужны, это как обувь. То же самое приемы саморегуляции по методу ключ. Это упражнения, приемы для решения ваших собственных проблем, как эти ботинки. А не сами по себе, чтобы брать ботинок и с ним что-то делать всю жизнь, почему он так не становится, почему он так становится, почему у другого так становится. Вы меня поняли, да? Берите свои проблемы, которые у вас в жизни трудно решаются, и теперь опять же начинаете их решать, но перед этим сделайте эти приемы, и вы увидите большой успех в решении ваших проблем. Это понятно, да? Вот, второй вопрос, очень интересный. Есть положение тела, приняв которое, у тебя появляется оптимальное состояние для оптимальных решений. Вот этому мы будем посвящать наш следующий вебинар. Мы дату поставим сегодня ночью или завтра, я еще раз выступлю в ролике. Я тогда скажу, что сам подбор этого положения тела, когда приходит вот это оптимальное состояние, это суперский, новейший подход, который решает так много вопросов, так много проблем сразу, как гора с плеч. Да-да-да, я сделаю еще об этом ролик, но готовьтесь, вот или в четверг, или в пятницу, или в субботу, в крайнем случае у нас будет вебинар, и там будет вот это вот, ой, как будет интересно, ну вот послушайте еще раз, значит я сегодня или завтра посоветуюсь с друзьями, с нашими участниками еще школы, которые мне помогают подобрать название и так далее. Да, и мы выставим ролики, я скажу, такого вот числа, вот столько-то, с таким-то названием, наш вебинар. До встречи, друзья!